Этого события постояльцы областного пансионата для ветеранов войны и труда ждали 14 лет. Именно столько строился новый корпус. Пансионат работает уже неделю. Сюда переехали 26 ветеранов, которые ранее проживали в аварийном здании. Очень огромная благодарность, потому что в сравнении с прошлым пансионатом даже никакого сравнения. И обслуживает, и все-все. Вот. 4 раза в день только кормят. Всего пансионат рассчитан на 78 мест. Здесь за постояльцами круглосуточно наблюдают медики. Работает зал лечебной физкультуры, библиотека и физиотерапевтический кабинет. У меня сейчас отдельный кабинет, где я могу также принимать ходячих больных. Не все хотят поделиться в комнате с проживающими вместе, хотят и отдельно поговорить с врачом. Поздравить с новосельем ветеранов приехал в Рио губернатора Дмитрий Азаров. Ветеранам в подарок цветы, руководству учреждения, сертификаты на приобретение снегоуборочной техники и автомобиля «Газель». Эти люди восстановили страну после войны, защитили ее от захватчика. И, конечно же, благодаря им мы сегодня имеем достойную жизнь, сегодня имеем мощную промышленность. И наш долг, и святая обязанность создавать все условия, чтобы они сегодня чувствовали себя комфортно. Также в пансионате побывали главы 8 муниципалитетов, чтобы перенять положительный опыт и повысить уровень социальной поддержки. В ближайшие месяцы в учреждении ждут приезда новых постояльцев, ветеранов и инвалидов, кому государство обязано в первую очередь предоставить данную услугу. Прежде всего в пансионат заселятся жители юга губернии. Лариса Шлафаст, «События».